Все еще жив. Вставай. Давайте. Нам нужно торопиться, пока не прибыли поисковые отряды. У нас потери. Полсон и оба пилота мертвы, сэр. Зараза. Ладно. Зона посадки не так далеко. Выходим. Б-6, говорит база. К вам летит AC-130, но ему нужно время, чтобы добраться до вас. Прием. Вас понял. Конец связи. AC-130, да? Давно я на таком не летал. Сэр, с севера приближаются машины. Под мост, быстро! Так, выходим! Что за помойка? Стойте! У нас гость! Что здесь происходит? Вам чего нужно? Не надо разыгрывать из себя идиота! Мы знаем, ты их где-то прячешь. Кого? О чем вы вообще? Там у тебя обличает, ладно, а? Прикончим этих ублюдков, пока они старика не убили. Все чисто. Отлично. Идем дальше. Прожектор! Все на землю! И высовываться! Ответный огонь!
Открыто, сэр. Немцов! Быстро! Быстро! Что-то слишком тихо. Куда они делись, черт побери? Наверняка они сменили позицию. Пытаются отрезать нам путь где-нибудь впереди. Всем быть начеку! Держитесь, вертолет возвращается. Похоже, они не знают, где мы. Пусть так все и останется. Так, идем дальше. Быстрее. Стойте. На мосту впереди часовые. Следите за прожекторами! Идем дальше! Никому не высовываться! Нас засекли! Открыть огонь! Ответный огонь! Переходим через поле! Вперед!
кончается! Всем в укрытие! Возвращается! Всем в укрытие! Возвращается! Всем в укрытие! Возвращается! Всем в укрытие! Капитан Прайс, в амбаре стингеры. Суд! Хватай стингер и стреляй по вертолету! Быстрее! Черт, он выпустил сигнальные ракеты. Не так все будет просто. Соу, хватай еще один стингер и открывай огонь! Устроим ему проверку! Thank you.
Черт, молодчина, Соуп! Отлично, Соуп! Все ко мне! Выдвигаемся! Б-6, внимание! В ваш квадрат входит АС-130. Конец связи. В-6, говорит боевой молот. Жду сигнала. Слышал, вам нужна помощь. Приказывайте. Боевой молот, огневая задача. У противника бронетехника и пехота. В 100 метрах к юго-западу от нашей позиции. Вас понял. Спускаюсь. Мы прикроем вас до зоны посадки. Вам лучше поспешить. Вас понял, боевой молот? Выдвигаемся. Конец связи.